Всем привет, друзья. Эмиль там свои дела делает. Я печку только что растопил. Сейчас буду завтрак ему готовить. Печка коптит немного. В общем, муки, наверное, грамм 100. Я охрипла, тоже гору что-то. Это, муки грамм 100, 2 яйца. Нет, не вилок капусты. Это, соли немного. И тоже сегодня это, голова какая-то вся, и болит, и все. Температура была, ну, выпила это. Таблетку, вроде полегчил, температура прошла, а горло все равно тоже что-то, все-таки это какая-то, я не знаю, что это, грипп или что это такое. В общем, сейчас раскатаю потоньше, поставила масло, сейчас сделаю потише огонь, а то уже масло дымит. Так, и сделаю сосиски в тесте, попытаюсь, сейчас на паузу поставлю, пока буду раскатывать, мне неудобно. Планшет. Так, я еще в муку добавляла это немного подсолнечного масла. Может даже не немного, так более-менее. Там, может, столовую ложку. Вот. Я еще в муку добавляла 100 грамм где-то муки, подсолнечное масло, ложка, щепоточка сальцы, 2 яичка. У меня больше ничего не было. Вот. Вот так вот скатал я сосиски в тесте. Вот он, сковороды. Масла у меня мало. Я их буду просто переворачивать. Я их сейчас накрою. Теперь прибавлю огонь. Буду обязательно переворачивать. Ой. Черныш пропал. Не приходит. Мурка пришла. Это режим мы вообще не выходим. Она там постоянно. Она иногда сама уйдет, погуляет, придет. Она умная. Вот. А черныш тоже всегда уходил, погуляет и придет. А я что-то вот ночью не пришел. Где он? Уж Эмиль, говорит, как бы не заблудился где. Я говорю, это, обычно коты это, гуляют весной, а я что-то сбрыкнул среди зимы, считай. Ну ладно, сейчас посмотрим, будет получаться. Пока рано было переворачивать. Фу.
Надо было подождать, что будет умереть. Ну ладно, я потом тогда ищу это видео. Ну вот, поджарились. Это, сейчас буду выкладывать. Так. Самое главное сделать потоньше. Вот здесь вот я потолще сделала тесто. Оно будет дольше прожариваться. Самое главное очень тоненько сделать тесто. А так все равно хорошо получилось. Сосиски тоже такие подрумянились, поджарились. Сейчас чаёк поставлю, чайку. Что это, грипп или что это, бронхит или что это, когда это все это? Забивает. Забивает? Да. К врачу в пятницу ехать. И так уже сколько это на больничном, и выздороветь ничего никак не получается. Так, ну все, сейчас чай поставлю. Чай подогрею, Эмиль. Да, да. Хорошо, хорошо. Так. Все. Я ее люблю, когда хорошо харки отводят. Прогревать, потому что все. Пиздит рекламу. Оторвай. Сейчас. Все. Я спать хочу, почему же ты проснулся? Ну что ты это, поздоровайся, да и все. Что ты такое, это какой-то странный ты вообще. Жесть. Нормально, просто. Всем да. Привет, скажи. Всем привет. Какой-то странный ты, Эмиль. Хватит странный какой-то, просто спать хочу. Спать хочу, время, блин, это. 10 часов спать хочу, вставай давай. Да, за химок. Я уже успела. Тут 2 часа и печка. Опять режим чуть-чуть. Пока растопишь. Режинусь. Чё ты? А, там кто-то тыры-пыры. Ну-ка. Чё, Рим? Жеп, блин. Кто это, Эмиль? Шеба. Шеб, придуршная тварь. Когда же она это уже... Ядрить кот огромный. Ой, есть-то две кости, а все никак не нагуляет собак. Ладно, не будем. Че, Реджинусь, ты уже все. Ты уже беременная. Ты уже нагулялась. О, когда же нагуляй? Поставь на паузу, пока. Вон он твой черныш-то рядом сидит, завидует, непутевый. Вон он. А ты говоришь, где черныш, пропал, искать его. Они никак не нагуляются. Кот-то с ошейником. Кот с ошейником какой-то. Ох, иди хоть черныша загони, непутевого. Или нечего их загонять, сам придет. И шепот непутевый. Все никак это... Не на это, ладно, не буду на видео договориться. О. Не нагуляются, проще сказать. Ну да. Вот вчера сделала казанскую. Чернышет. Да, мне просили сделать в голубом. Или в зеленом. Говорят, надоело все время в красном.
Сами так говорят, не знаю. У людей разный вкус. Эх, пойду этого. Поставь на паузу. На паузу. Чё? Черныша, что ли, загонять? Да. Ой, да пусть гуляют. Ух ты, почки. Да, сосисочки пожарил в тесте. Да, сейчас что-то будет. Рыжий, блядь, сидит, завидует. А чё ей завидеть? Она уже огромный пузо у неё. И кот какой огромный. Угу. Глянь, никак все. Ладно, не мешай им, пусть это у них. Режанусик, чё ты орёшь-то? Почи-почи. Она за собой хоть закапывалась. Да всё, никто тебя не трогает. Что ты такая злая-то уж страшно. Эй, какая пузень уже. Да. Жопу уже помыть трудно. Она наклоняется, она не может. Она иначе позвоночник себе сломает. Если будет пытаться сильно уж так. Она позвоночник может сломать. Пойду этого. Черныша, что ли, загонять? Бесстыжего загонять. Ну как он бесстыжий? Они коты у них, чё? Бесстыжий, сидит прям, смотрит. Завидно. Мандюка это, всё, это... Сидит. Ему есть год. Коты начинают с 2 лет только гулять-то. Mm. Я посмотрел в интернет. Коты только с 2 лет начинают гулять. Mm. Кошки с 1.5 года. Ему еще год. А он уже за год решил. Так я на ночь косички заплетаю, чтобы волосы не лезли в лицо. Ну-ка сейчас снимай. Мешают. И с утра не расплела. Так, ну ладно. Всем пока. Будешь у меня кастрированный ходить. Будешь у меня кастрированный ходить. Чур, заразился, баб спит, Санька, не ори. А, стой. Будешь у меня кастрированный ходить. Он бедный, несчастный, Эмиль, ну не надо. Несчастный, дурак. Лови у него там пусто. Плакал капусту. Все, покушать захотел, голодный. Пусто, плакала капуста у него там. Нашатался. Он что, вчера весь день не приходил? Он весь день не приходил. Я его как ночью выгнал на ночь. Mm. Вот позавчера на ночь его выгнал. И вот с этого времени он вообще домой не приходил. Вот так сейчас пришел утром. Ну вот кушать захотел, проголодался. Кушать захотел. Кастрировал его, и вот и все, проблем не будет. Так, ну... Понял. Всем пока. Всем пока.